На юго-западной оконечности Африки есть таинственное место с величественными горами. Долины здесь окутаны туманами и отличаются поразительным биоразнообразием. Эти скалистые ландшафты многие тысячелетия формировали ветер, вода и огонь. Здесь в тенях прячутся леопарды, мало кем виденные хищники некогда едва не исчезли, а сейчас стали известнейшими обитателями этих скалистых утесов. Леопардов называют призраками Сидерберга.